Раз. Начинаю запись. Я раньше заявлял, невозможно. Теперь пытаюсь воплотить в жизнь. На лагающем компьютере. Я попытаюсь победить троих нормальных компьютеров. Нормал. Но без ограничения, то есть я себя не буду ограничивать, я буду пытаться победить врага каким-нибудь способом. Как-нибудь. В рамках возможностей игры. Исключений никаких не ставлю, никаких галочек. У нас DLC, игра DLC, режим игры, значит, опции. Убийство командира. Позиция спауна фиксированная. Rush таймер выключен. Времени нападения включено. Дым войны. Исследуемая территория. Не показывает юниты. И нормальная скорость игры. Рандомные расы. Сейчас запущу игру и сохраню сразу, чтобы потом переиграть, если проиграю. Написано внизу, только иллюминаты, юниты, наземные юниты иллюминатов могут ездить по воде, плавать по воде. Пристройки фабрик более эффективны. Ну все, что я успел прочитать. 20 FPS у меня компьютер показывает. Начало исследования. Опять же, сначала я прокачиваю. И что прокачать сначала? А, постройка. Постройки. Так, ты иди сюда. Все, надо здесь захватывать территорию. Так, а ты иди. Ну, это будет вообще сложно. Ну ладно, я попробую так сделать. Не знаю, как это будет возможно. Так, командир будет строить экстракторы материи здесь. Генераторы энергии построить несколько штучек. 30 FPS показывает мой компьютер. Чтобы еще прокачать. Не знаю. Против кого я сражаюсь, не знаю. Сейчас, сейчас посмотрим. Ой, я не сохранился. 10 сохранится. Седьмой. Седьмая игра. Так. Так, командир строит. Инженеры строят что-то потихонечку. Понятно, что. Трактор. Затем этот инженер построит наземную фабрику. Которая будет. Ничего не будет. Она ничего не будет. Так. Прокачивать надо сначала шарпшутер. Защиту от ракет тактических. Это в первую очередь. Так, закажу щиты, радар, зенитка, тактические ракеты, строительство. Так, ну у меня ресурсов очень много сейчас, на данный момент. Будет плюс 3 экстрактора материи.
Оп. Битва начинается. Так, инженер. Пусть патрулирует. Уже. Так, командир. Все построил. Инженеры все построили. Кот орет. Так. А. Пусть командир построит тогда. Где мой командир? Вот он. Ну, пусть он построит 10 научных станций. 7, 8, 9, 10. Бездельник. Такой. Так. Танки надо построить. А. Пару инженеров. Десяток танков. Для начала. Так, у фабрики пристройки. Уже готовы все. Зенитка, радар, щитовое поле, силовой щит. Щит силового поля. Так, этот инженер патрулирует просто. Радар недалеко показывает. Так, пусть инженер пока построит радар тогда. Радар очень нужен. Так, инженер построил уже 2 научных станции. Ресурсы трачу я в большом количестве сейчас. Плюс 10. У меня экстрактор материи дают. Плюс 10 материи. Так. Замечательно. Экстрактор материи наращивает производство постепенно. Набирает опыт со временем. Наращивает производство. Так. Шарпшутер готов. Танки есть. Угу. Так, один инженер должен построить такую простую защиту. Там пусть их будет 3. Так быстрее будет. Так, бомбардировщики что-то бомбят. Ладно, шарпшутеры у меня уже будут готовы скоро. Надо оборону сделать. Радар прокачаю. Дальность радара. Пушки есть. Танки нам не страшно весь. Танки будут отремонтированы скоро. И один инженер соберет металлолом. Один танк слегка ранен. Опыта... О, опыт даже у каких-то танков появился. Так. У меня излишки материи. Уже излишки ресурсов. Надо прокачать здание. Зенитки надо получить, а то я потеряю что-нибудь. Куда-то стреляют эти бомбардировщики, я не вижу куда. ФПС потихонечку нормализовался. ФПС это frame per seconds. Кадров в секунду. У меня около 50. 50-60 кадров сейчас отображается. Так, этот собрал металлолом, останавливаю патрульного. Это глупые строители. О-оу. Пушка Гаусса появилась. Теперь наземные юниты не подойдут. Сейчас зенитки прокачаю. Зенитка. Еще немножко. Еще одна секунда. Еще 2 секунды. Кто это? Опять танк. Танки. Кто ко мне приходит? Ага.
общем, три разных расы против меня играют. Все, зинки. Зинки сбивают все самолеты. Экстракторы материи и научные станции имеют собственные зинки и пушки Гаусса. Построено 7 научных станций. О-о, надо потихонечку отстраивать что-то. Танки. Так, этот построить тоже. Так, а этот инженер построит ремонтные генераторы энергии. Просто так они эти генераторы энергии будут все ремонтировать. А, ничего не опасно. Много вреда не отнесут. Ну, ракеты уже не опасны. Старт-шутеры работают. Ремонт. Теперь у генераторов энергии есть все ремонта. Так, этот дурака валяет. Пусть строит дальнобойную артиллерию. Укрепленную артиллерию. Пригодится. Немножко. 10 штучек. На всякий случай. Так, что мы видим? Рада далеко охватывает довольно. Так, прокачивать пока что укрепленную артиллерию. Все, прокачал. Теперь науку прокачаю чуть-чуть. Добычу энергии прокачаю. Верхнюю строку исследований. Здание надо будет прокачать. Для начала я всегда здание прокачиваю. Обычно всегда прокачиваю здание. Так, сюда тоже надо генератор энергии какие-нибудь. А, тут они уже есть. Так, командир чем занят? Уже скоро ничем не будет занят. Ой, так я инженеров поставил на строительство? Я в шоке, я думал, что танки. Океанин, что ли, вскипел? Сейчас посмотрю. Когда играешь, чайник закипает моментально. На кухне. Ну и тот чайник, которым играешь, тоже может закипеть. Так, инженеров мне полно получилось. Сам не хотел. Может, дальнобойную артиллерию тоже поставить? Раз такая возможность появилась. Так. Конвертер материи появился. Инженер построит вот здесь конвертер материи. Вроде бы место безопасное. Так. Энергия. У меня очень много будет сейчас. Ой, мне нужно хорошенечко экономику прокачать. Я совсем расслабился. Экономику надо уже прокачать. Много-много-много радости инженер будет сейчас делать. Так, и здесь тоже немножко. Так, еще один инженер, последний. Здесь пусть построит немножко генераторов энергии. Сейчас у меня будет очень бешено раскачиваться экономика. Так, потихонечку строятся танки. Один инженер будет патрулировать. Собирать металлолом. Так. Наземные юниты вражеские понемножку нападают на меня маленькими кучками, пока это еще не очень опасно. Что
Надо бы прокачать. Щиты нужны еще. Противоядерка нужна обязательно. Забыл я про противоядерку. Противоядерку построим здесь. Далеко. Две. Или даже уже три. Надо. Я же против троих играю. Так, и прокачиваю дальность боя. Цена удешевляется. Ой, нет, цена, урон и прочность построек увеличивается. Ну и время строительства. Полностью все 5 клеточек будут начать снижение строительства на 15%. Моя укрепленная артиллерия стреляет не очень далеко. Я ее сейчас добавлю здесь. Поможет. Так. И здесь генератор энергии. Парочку. Так. Главное, чтобы с севера-запада не зашли вражеские юниты. А то они могут. Так, на всякий случай прокачаю. Получу дальнобойную артиллерию. 6 пушечек можно поставить. Дальнобойную артиллерию. Где-нибудь здесь. Пусть потихонечку долбит. Так, это страховочная. 2 пушки. Зенитка. 1. Так, это что у меня будет строить? Здесь, ну тут все нормально. Все в шоколаде. Так, сколько у меня конверторов? Пока мало. Ну, уже конвертирую. Излишки энергии. Энергия строится, сейчас раскачивается. Это мощно очень. Сразу и мощно. Наука тоже прокачивается. Мной! Нужен мной мне. Сейчас мной, это, потом мной, потом все, потом победа. О, твоя ракета уже строится. Закажу строительство одной противоядерной ракеты. Уже скоро уже полетят на меня ядерные ракеты. Уже очень скоро. Здесь тоже надо 3 шахты. Поставить. Эти 3 направления буду держать. Так, и один инженер будет здесь поставить. Так, и щиты. Я про щиты забыл. О, вот эти щиты. Хотя бы так. Хотя бы чуть-чуть. Щиты нужны обязательно. Я забыл про них. Сейчас как дальнобойная артиллерия вражеская, как начнет долбить. Жизнь покажется не сладкой. Жизнь не покажется сладкой. В общем, жизнь покажется не жизнью. И страховочная. Страховочная батарея. Оп, танки, танки, где мои танки? Пехота наступила. Прямая наводка не спасает. Вот еще так есть. Поздноватая. Ага, неправильно все сделал я. То, что генераторы энергии ремонтирующие отпускают. Ну, небольшие потери. Большая ошибка. Не повлекла за собой серьезных потерь. Мои танчики. Ну, отвлекающие танки. Ракетницы их не возьмут. Дальнобойная артиллерия. Где она? А, вот она, на очереди. Так, какой-нибудь инженер хотел построить запасную батарею конвертеров энергии. В игре они называются конвертеры материи. Мне
Я их называю конвертерами энергии. Потому что они энергию берут и превращают ее в материю. Ой. Все. Теперь на землю юнита надо максимально прокачать. Оп. Так, это что у нас? Я еще не знаю, кого прокачивать буду. Строители для начала. Что-то... Что-нибудь... ну танки есть у меня. А танки надо прокачать. А это очень дорого. Так, и этот... будет мой строить. Сейчас или потом? Потом. Control 9. Так, плюс 700 у меня энергия. Мало. Надо еще батарею с генераторами, энергии построить. Небольшую. О, что это они сюда стреляют? А, тут танк вражеский. Вот удивительно, как далеко он прошел. Давай, танк против танка. Нет, не получится. Этот танк стал теперь. Потерял цель. Я ему указал цель. Но он застрял. Так, один инженер должен построить такую пушку, чтобы не проходили такие лазутчики. Так, и один инженер должен построить. Он уже освободился. Трактор материи здесь. Пушки особо уже и не нужны. Так, материи у меня уже очень много. А. Так, эти еще не готовы. Ctrl 2. Так. Трейдерные ракеты я не успеваю построить. Сейчас меня уже одолеют. А, радар мой еще не разбили. Дальнобойная артиллерия потихонечку будет глушить врага. Но этого недостаточно. Сейчас все работаю. Так, все, строю первые 8 противоядерных ракет. Тут я шахту потерял одну. Но в компенсацию сразу же построю еще одну. И они защищают от тактических ракет тоже. Так, здесь все есть. Генератор энергии, где мне нужно еще. Здесь. А, поменял один строительство. О! Все, я в куражах. У меня все есть. Кроме противоядерных ракет. Плюс 1000 энергии. Экономика моя выросла. Я заканчиваю строительство дальнобойной артиллерии. Слегка подавлять будет врагов она. Танки. Что у меня танки? Танки что? Строятся. Дорогие танки. Так, я их прокачаю, эти танки, сейчас до невозможного. Зенитки им, все им поставлю. Это не обязательно, но ладно, пусть будет. А, и скорость для танков. Уже не могу. Не хватает очков науки. Ой. Срочно к командиру. А, не опасно. Прямая наводка.
Все у меня ремонтируется. Щиты, щитов нет. Дальнобойная артиллерия хорошо бьет. Но недостаточно. Так, этот инженер должен построить щиты. Поздновато. Поздновато я это решил. Так. Почти разбили противоядерку мою. Потому что я по радару не посмотрел, кто где. Так, защита от тактических ракет мне нужна тоже. Пусть будет так. Пока пусть будет так. А, я все потерял здесь. О боже. Понадеялся. Я понадеялся на свою подвижную боевую технику. Опрометчиво. Так, моя бы страховочная. А, я все потерял. Боже. О боже. Я как ожидал. Первый раз я проиграл. Командира прокачивать уже нет смысла. Я все потерял. Противоядерную оборону потерял. Экономика только у меня осталась. И дальнобойная артиллерия. И куча инженеров. А, далеко. Не доедет. Щит. Так, здесь щит. Здесь щит. Щит из пушек. Кошмар, я ошибся как. Жестоко. Ведь проходит. Все, я все потерял. Танки свои потерял. Экономику развил. Потерял все на свете. Вражеская мобильная артиллерия, танки. Что еще? Ну и ракетами. А, нет, щит мобильный. Мобильный щит. И вражеская дальнобойная артиллерия наконец-то активировалась. Commander under attack. За полчаса игрового времени. Я все потерял, а реального времени сколько прошло? Где-то так же. Все потерял. Дальнобойная артиллерия. Ох. Неправильно распорядился я своим временем и своими ресурсами. В результате потерял. Останавливаю запись.